Друзья, добрый день! Мы рады приветствовать всех, кто подключается постепенно к нашей трансляции. Мы с вами переносимся в Сысерть, глубинка Свердловской области. Здесь свои матчи почти всегда проводит молодежная команда Урала. И сейчас видим, как она появляется, а вслед за ней выходит на поле молодежка Краснодара. Здесь сегодня для нашей команды начинается серия домашних встреч в рамках молодежной лиги. Футбольный сезон в нашей стране постепенно набирает обороты. Наша главная команда совсем недавно в Екатеринбурге провела первую официальную встречу в этом году. Ну и вот сегодня молодежной команде предстоит сделать подобное. 20-й тур молодежной лиги. Урал против Краснодара. Команды уже построились. И совсем немножко остается нам с вами до начала встречи. Много о чем можно поговорить. О том, что команды уже стартовали в этом году. Провели по одному матчу. Есть определенные турнирные расклады. Но обо всем поподробнее, попозже. А пока познакомимся с составами команд. Начнем с наших гостей. Они сегодня в традиционной для Краснодара форме темно-зеленого цвета. В воротах сегодня у наших гостей играет Роман Сафронов под 35-м номером. Полевые футболисты Максим Азаренко, номер 47, Иван Дмитриев, номер 49, Артем Доценко, номер 51, Иван Чуриков, номер 54, капитан Быков, Владислав Янченко, номер 59, Рустам Берзигов, номер 62, Олег Коротков, номер 75, Ислам Бек Кубжоков, номер 87, Никита Баранов, номер 89 и Степан Комар, номер 91. Главный тренер молодежки Краснодара Аслан Засеев. Меняются команды полем, тем временем познакомимся с составом хозяев поля. В воротах сегодня играет Давыд Алексеев, он выступает под 62-м номером. Полевые футболисты Антон Чебыкин, номер 26, Даниил Смольников, номер 44, он сегодня капитан нашей команды. Артем Ильин, номер 52, Сурхайхан Абдулаев, номер 53, Алексей Полев, номер 58, Михаил Нинашев, номер 63, Егор Зубарев, номер 64, Кирилл Боярских, номер 78, Семен Ромашов, номер 84 и Илья Ишков, герой предыдущего матча нашей молодежки, выступает под 97-м номером. Итак, все готово к началу встречи. Давно мы с вами не виделись. Приветствую всех болельщиков Урала, болельщиков Краснодара. И мы начинаем следить за матчем, который, я думаю, сегодня продолжит новую историю для обеих команд в молодежной лиге. Я думаю, что большинство зрителей, кто следит за нашими трансляциями, в курсе, в каком формате проводится уже второй сезон в молодежной лиге. Всего выступает 20 коллективов. Они разделены в первом этапе чемпионата на две группы по 10 команд. Играли между собой всю осень. Ну и по ее итогам были поделены на другие две десятки. Первые 5 мест в каждой группе, группе А и группа Б, теперь играет между собой, но команды, которые заняли места с 6 по 10, будут соревноваться теперь в своей подгруппе. Ну, наша команда играла в группе А, именно оттуда она перебралась в нынешний формат турнира, в котором сейчас и встретилась вместе с Краснодаром. Ну, а Быки выступали в группе Б, заняли там 6-е место, которое оказались буквально в шаге от того, чтобы бороться за более высокие места. Но, тем не менее, сейчас играют и борются за места с 11 по 20. Итак, первая остановка в матче. Нарушение правил в центре поля. Кто-то из футболистов Урала его нарушил, но даже до серьезных споров дело не дошло. Итак, кто же завладеет у нас инициативой на первых минутах? Интересно, если Краснодар, наверное, будет смотреться в этой встрече, ну, по крайней мере, перед матчем
фаворитом выглядит, ну, если только взглянуть на турнирный расклад, то вряд ли у кого-то могут быть сомнения по этому поводу, но все-таки зима — это время перемен для составов, причем в молодежных командах уж эта практика довольно популярная. Я думаю, что мы все привыкли к тому, что за эту паузу в чемпионате, довольно длинную, в нашей стране меняются довольно серьезным образом футболисты в молодежных командах. И поэтому, опять же, на турнирную таблицу можно смотреть и с учетом этого факта. Но сейчас Краснодар в молодежной лиге занимает 11 место. В активе Быков 28 очков. Ну, а наша команда сейчас находится на 14 позиции. 19 очков набрала команда Александра Данцева, главного тренера нашей молодежки. И вот сейчас, кстати, как раз на нашем экране видно, как Александр руководит своими футболистами. Немножко, я думаю, какие-то позиционные подсказы, кому где находиться. Ну, вот четвертую минуту мы с вами наблюдаем, пока вот мяч все-таки больше у гостей. В ногах гостях гостей присутствует. Но при этом куда-то далеко они выйти не могут. И вот сейчас не получилось выйти в атаку через пас. Последовал заброс. И здесь посмотрим, кто будет расторопней в отборах, подборах. Ну, борьбы, да, у нас немало на первых минутах. Причем такой чистой, настоящей футбольной борьбы. Ну, мяч уходит за боковую. Сейчас Давыд Алексеев ведет его в игру. Футболист, который имеет опыт игры даже за главную команду. Год назад, в 2021 году, Давыд прошел полные сборы вместе с главной командой. В Эмиратах он тренировался, даже провел там несколько игр, дебютировал, можно сказать, пусть и в товарищеских встречах. Но, тем не менее, такое вот приятное воспоминание уже имеет этот футболист. Сейчас является игроком молодежной команды. Ну, посмотрим, что дальше будет. Вот сейчас как раз мяч у Давыда. Пытаются наши тоже разыграть через пас. Итак, мы сейчас наблюдаем с вами за тем, как Урал пытается организовать свою первую атаку в этом матче. Сейчас мяч в штрафной площади, опасный прострел, 1-0, первый же удар по воротам гостей заканчивается взятием ворот на 6-й минуте. Вот так вот наблюдали мы 5 минут футбола, борьбы, да, в центре поля. И вот первая же атака, и, похоже, футболисты Краснодара немножко уснули. Здесь их было больше. Итак, друзья, Кирилл Боярских открывает счет в сегодняшней встрече. Совсем недавно этот футболист начал выступать за молодежку. Сегодня для него это вторая встреча. Ну и первый гол. Поздравляем Кирилла с этим событием. Конечно же, вот так вот с места в карьер начинать приятно. Наверное, сейчас кто-то из друзей, из родных Кирилла смотрит нашу трансляцию и радуется. Поздравляем вас, конечно же. Посмотрим, чем ответят быки. Я думаю, что явно не на это они рассчитывали, особенно когда вот так вот прибрали мяч к себе на первых минутах, пытались организовать свои атаки, но в итоге получили голевую атаку в свои ворота. 1-0, один удар, и счет у нас уже открыт. Посмотрим, как будет проходить игра дальше. Давыд Алексеев здесь забрал мяч. Приносим небольшое извинение за то, что не совсем увидели мы с вами этот эпизод. Но если что-то не развидим,
с телекамеры, я вам обязательно расскажу, что же на самом деле происходит. Итак, Давыд у нас действует надежно, выносит мяч вперед. Здесь наш нападающий пытается зацепиться за мяч, и он уходит за боковую. Роман Сафронов тоже, как и оппонент из Урала, выходит вперед. Вот здесь вот надежно сыграть в защите. Все правильно. Не стал рисковать Артем Ильин в этом эпизоде. Выбил мяч за боковую. Но поскольку ситуация была довольно неприятная, и игрок Краснодара мог уже, по сути, выскакивать с Алексеевым 1-1, Ильин вынес мяч за боковую. Итак, заброс опять в сторону наших нападающих, футболистов атакующей линии. И вот с правого фланга, да, все наши футболисты пытаются довести мяч в эту опасную зону, в штрафную площадь Краснодара. Но один раз уже получилось, совсем недавно. Пока наиболее активен правый край. Атаки нашей команды. Вводят футболиста в оранжевой форме мяч из-за боковой. Здесь неплохо защитники Краснодара сыграли против нашего футболиста, но тем не менее выйти в атаку им не получилось. А теперь уже заброс следует в сторону к штрафной площади. Ну снова здесь автор гола Кирилл Боярских. Активнее всех неподалеку от ворот гостей. Но сейчас арбитр зафиксировал нарушение правил, какой-то мелкий фол со стороны нашего футболиста. Кстати, мы с вами не познакомились с судейской бригадой сегодняшней встречи, давайте это исправим. Главный арбитр матча между Уралом и Краснодаром Алексей Чураков, он представляет город Москва. Ему помогает Илья Корячко, город Челябинск, и Данил Леонтьев, город Магнитогорск. Резервный судья Максим Мамот из Челябинска, а инспектор матча Александр Викторович Лапин из Уфы. Но мы видим, как футболисты Урала не хотят мириться с тем, что Краснодар владеет мячом, пусть и на своей половине поля. И Краснодар вынужден вот забросы небольшие совершать. Правда, сейчас мы здесь ошибаемся в своей штрафной площади. Неподалеку от штрафной площади. Но и краснодарцы тоже немножко замешкались. У Егора Зубарева не совсем получилась передача. Но при этом Краснодар не смог, да, выжать из этого опасного, потенциально опасного эпизода максимум. Ну, по крайней мере, хотя бы дойти до удара. А так вот по расположению это было, казалось, довольно опасная ситуация. Но, тем не менее, Краснодар с мячом. Следует удар. Давыд. Аплодируем нашему голкиперу. Позиция у игрока Краснодара была довольно неприятная для нашего голкипера. И я думаю, что если есть возможность, мы бы посмотрели повтор. И оценили бы действия нашего голкипера. Вот он выстрел. И в дальний угол, да. Отметился игрок Краснодара. Но наш голкипер сыграл надежно. Итак, вновь уже, можно сказать, привычная ситуация. На 11-й минуте мы видим, как Краснодар на своей половине поля раскатывает мяч, выстраивается по позициям и ищет какие-то свободные зоны. Но я думаю, это установка тренерского штаба. Ну, конечно же, это молодые футболисты. Надо учиться играть в футбол, не простые какие-то выносы-забросы. Ну вот сейчас как раз он ни к чему и не приводит. Но пока вот центр поля наши футболисты держат довольно надежно. И здесь каких-то подходов футболисты Краснодара к нашим воротам найти не могут. Вот только если наши футболисты тоже немножко на своей половине поля начинают ошибаться, либо немножко нервничать, выполнять неточные передачи, вот здесь вот уже какая-то опасность и возникает. Ну, это молодежный футбол. Он, конечно же, нестабилен. Может быть, в какой-то степени тем он нам с вами и интересен. Ну и очень приятно наблюдать со стороны, как молодые футболисты набираются опыта, где-то рискуют, ошибаются.
как, например, вот сейчас тоже, да, на фланге. Но все это делается для того, чтобы прийти во взрослый футбол и там уже играть на высоком уровне. Итак, смотрим с вами дальше за игрой. Сафронов уже не первый раз начинает атаки своей команды. Сейчас он сделал это довольно точно. Забросил мяч на Максима Азаренко. Ну и тот заработал штрафной. Сейчас, судя по всему, краснодарцы попытаются воспользоваться этим шансом, чтобы дойти до штрафной площади нашей команды. Исламбек Губжоков устанавливает мяч сейчас на фланге, высматривает своих партнеров. Один из немногих футболистов, Исламбек, кто сегодня вышел на поле в шапке. Прохладно, я думаю, что краснодарцам уж точно непривычно. Совсем недавно наша главная команда была в Краснодаре. Мне как раз тоже удалось съездить на этот выезд. Ну что ж, около 0 градусов было в Краснодаре. И если бы быки, ну, недели полторы назад к нам в Екатеринбург, в Свердловскую область сюда приезжали, то, наверное, было бы для них тоже привычная погода, поскольку у нас было довольно тепло. Но сейчас, даже вот тут на солнышке, ну, наверное, по ощущениям, да, как сейчас принято говорить, ну, может, минус 10-то и есть. Столбик термометра показывает, я думаю, что где-то около нуля, минус 5 градусов. Но вот так вот в окружении снега все-таки немножко, я думаю, морозно, учитывая, что футболисты в шортах, пусть и в футболках, ну, с поддевкой, да, но тем не менее все равно довольно прохладно. Многие в перчатках, но вот в шапках-то немногие. Наверное, футболистам Урала в какой-то степени более привычны такие условия. Хотя наша команда в основном тренируется в манеже, в тепле, в Екатеринбурге. В более комфортных условиях. Но сюда, в Бажове, кстати, обе команды заселились еще вчера. Тут несколько корпусов в нашей спортивной базе. И Бажовия вполне может принять сразу несколько команд, чтобы в комфортных условиях они могли подготовиться к встрече, переночевать, пообедать, поужинать и с новыми силами начать игру. Хорошо видно сейчас нам с вами, что руководство нашего клуба тоже приехало сегодня на игру. Григорий Викторович, президент Урала, старается не пропускать матчи. Сейчас мы вместе с ним наблюдаем, как пенальти, судя по всему, ставит судейская бригада в наши ворота. Очень хочется нам посмотреть повтор, чтобы успеть разобраться, действительно ли судья принял правильное решение. Ну, что ж, тут тяжело оценивать, нарушал ли правила Семен Ромашов, поскольку вот с нашей камеры именно в момент, когда Ромашов и игрок Краснодара между собой столкнулись, нам обзор с вами закрывал кто-то из футболистов Урала. Исламбек бьет, и счет у нас равный на 16-й минуте. 1-1, реализует пенальти гости. Ну, если Урал забил свой первый удар по воротам, то Краснодар ну, если мне не изменяет память, сейчас реализовал свой второй удар. Помним, выстрел в дальний угол, примерно с линии штрафной, когда Давыд Алексеев прыгнул в дальний угол и поймал мяч. Вот сейчас, по-моему, пенальти — это второй удар по нашим воротам. Он стал результативным. Ну что ж, смотрим дальше. Доверимся арбитру. Он был ближе, смотрел этот эпизод, я думаю, внимательно. Ну и довольно уверенно показал на точку. Инспектор матча вместе с судейской бригадой разберутся с этим эпизодом. Ну а мы с вами смотрим дальше. Здесь Краснодар по левому флангу атакует, зарабатывает.
Ну, радует, что не так много у нас вообще, в принципе, пауз и остановок, особенно связанных с какими-то фолами. Да, есть какие-то мелкие нарушения, но они все футбольные, как мы с вами уже в начале матча сказали. Вот ошибка от Сафронова. Наши футболисты, к сожалению, не смогли воспользоваться. А тут Исламбек смог уйти сразу от трех наших футболистов. Дает передачу вперед, но здесь вот немножко Исламбек не точно выполнил. Ну, может быть, и партнер тоже в какой-то степени виноват в плане открывания. Ну, это все же опять работа для тренерского штаба Аслана Засеева. Но, тем не менее, отметим Губжокова. То, как он ушел от трех футболистов Урала. Я думаю, что даже болельщики нашей команды согласятся, что это было довольно эффектное, красивое действие. И очень хочется, чтобы вот молодые футболисты нас подобным, может быть, где-то таким сумбурным, вдохновенным футболом нас с вами радовали. Далеко выбивает мяч. Наши футболисты. Здесь еще одно нарушение правил. И вот оно-то, судя по всему, немножко посерьезнее, чем все предыдущие. Не сразу встает Илья Ишков с газона. Держится за голову. Судя по всему, неприятный удар по голове он сейчас получил. Ну, а это шанс для нашей команды. Или будет Абдуллаев попросту разыгрывать его здесь и уже в позиционную атаку выходить. Да, действительно, с партнерами по обороне он разыгрывает. Через левый фланг мы пытаемся сейчас выстроить атаку. Вот сейчас следует заброс. Ну, здесь, конечно же, играет надежно Сафронов. Прыжкова, я думаю, что вот раз он получил некоторое повреждение, думаю, стоит сказать, что является Илья героем прошлого тура, попал и в сборную тура молодежной лиги, забил 2 гола в ворота Тульского Арсенала. Именно там молодежка Урала начала нынешний год. Первая официальная игра прошла буквально на прошлой неделе. 3-1 наши футболисты ее выиграли. На 31-й минуте Ишков открыл счет. Буквально через 4 минуты мы уже пропустили с пенальти. Но, тем не менее, уже через 2 минуты Смольников. Даниил, который сегодня с капитанской повязкой, вновь вывел Урал вперед. Ну, уже на 61-й минуте Ишков отметился дублем. Так установился окончательный счет в матче между молодежками Арсенала и Урала. Правда, в концовке встречи еще было одно важное событие, особенно для нашей команды. Куликов получил вторую желтую карточку на 90-й уже минуте. И поэтому сегодня он пропускает встречу. Куликов, по сути, являлся капитаном нашей молодежной команды. И сегодня в связи с дисквалификация его подменяет Даниил Смольников. Продолжаем следить за ходом трансляции. Ничего страшного, что у нас на некоторое время пропала картинка. Я вам все расскажу, покажу. Нарушение правил сейчас на линии штрафной площади. Возвращаемся, да, в эфир. Все у нас хорошо. Нарушение правил сейчас около штрафной площади Краснодара случилось. Наши футболисты заработали опасный стандарт. Готовится его исполнять. Пытались наши игроки сейчас ворваться в штрафную площадь, но ничего другого не оставалось, как фолить игрокам Краснодара. Арбитр тут же зафиксировал нарушение правил. Ну, что-то сейчас интересное придумывают наши футболисты. Секретничают там между собой. Ну что ж, смотрим. Может быть, даже удар последует неожиданный в ближний угол.
Нет, будет все-таки заброс. Мягкий заброс. Пяткой скидка. И здесь можно было забивать. Но мне кажется, немножко наши футболисты даже были не готовы, что именно по такой траектории в итоге мяч полетит на дальний угол ворот. Там стояло два наших футболиста. Но нанести прицельный удар у них не получилось. Смотрим дальше. В любом случае, розыгрыш был довольно неожиданный. Футболисты даже такое ощущение, что сами немножко сначала растерялись. Но вот скидка пяткой кого-то из наших футболистов в такой сутолоке штрафной площади, ну, дорогого стоит. Было довольно необычный розыгрыш, я думаю, даже для людей, которые множество футбольных трансляций уже посмотрели, такой розыгрыш мог бы удивить. Сафронов вновь с мячом. Вообще часто своего вратаря игроки Краснодара задействуют в начале атак. Ну и, кстати, вот если не считать один небольшой брак в передаче совсем недавно со стороны голкипера Краснодара, то вот все остальные-то передачи получаются точными, причем они довольно непростые. Многие из них идут во фланг. Ну и практически 90% всех передач от голкипера Краснодара доходят до адресата. Сейчас до адресата не доходит. Скидка игрока Краснодара. Мяч подобрал Даниил Смольников, наш сегодняшний капитан, но пробил неудачно. Выбивает Сафронов далеко мяч вперед. Идет борьба. Наши футболисты отобирают мяч. Сейчас Давыд Алексеев также подключится к игре. Но обе команды пытаются играть через пас. Нередко задействуют своих голкиперов. Ну, я думаю, что это даже в какой-то степени и полезно, учитывая температуру. И вратарям, конечно же, приходится потяжелее, чем полевым футболистам, которые постоянно бегают, постоянно в движении. Вратари все же больше стоят, меньше двигаются, и довольно прохладно, думаю, им приходится. И поэтому Алексеев и Сафронов наверняка с большим удовольствием получают мяч от партнеров и принимают участие в игровых действиях своих команд. Смотрим, как наша команда владеет мячом, позиционно атакуя. Пытается то через один фланг пройти, то через другой. Но здесь, конечно же, Абдуллаев ошибается. И нужно бежать вперед. Абдуллаев фолит. Получит, наверное, желтую карточку от Чуракова. Но, наверное, по-другому здесь и арбитр не мог расценить. И Абдуллаев по-другому также не мог действовать. Иначе мы бы с вами могли нарваться на довольно опасную атаку. Только таким способом Абдуллаеву пришлось исправлять свою ошибку. Ну, комбинировали наши футболисты в центре поля, переходя от одного фланга до другого. Ну, затем Абдуллаев решил, может быть, рискнуть. Не совсем высоко поднял мяч. И здесь-то и случился перехват, с которого едва-едва быки не убежали в очень опасную атаку. Ну, вроде бы все в порядке с 69-м номером Краснодара. Ну, игра возобновляется. Заброс в нашу штрафную площадь.
Здесь Исламбек пытался грудью остановить мяч, но находился спиной к воротам. И, конечно же, было крайне тяжело в этой ситуации нанести удар. Много футболистов было, причем обеих команд, именно в штрафной площади. Ну, отбились наши футболисты. Мяч уже далеко от ворот Алексеева. Но мне кажется, вот нам с вами было прекрасно сейчас видно, что от игрока Краснодара ушел мяч. Я думаю, даже повтор можно глянуть этого эпизода, когда сейчас только что мяч ушел за боковую. Ну, повтор посмотрим потом, но я думаю, что обоснованы сейчас претензии футболистов в оранжевой форме. И главный тренер нашей команды также прям перед ним все находилось, происходило в этом эпизоде. Ну ладно, момент заигран, тем более футболисты Урала мяч перехватили, не дали соперникам организовать атаку на свои ворота. Но сейчас уже пытаются отобрать мяч, чтобы самим что-то придумать впереди. Правда, пока не получается. Краснодарцы отвоевали себе мяч и на своей половине поля находятся. Тридцатая минута у нас идет. Очередная ошибочка, которую исправил Абдуллаев. Просил сейчас арбитр не фолить, подсказывал молодым футболистам. Тем не менее, фол состоялся прямо перед Чураковым. Но он его быстро зафиксировал. Фол не грубый. Продолжаем играть. 30 минут у нас с вами почти что уже сыграно. Тяжело сказать, что у какой-то одной команды есть преимущество. Довольно равный футбол мы с вами видим. Обе команды доходят до штрафной площади друг друга. Наверное, уже и на гол наиграли. Рассказал я вам о том, как Урал в прошлом туре обыграл тульский Арсенал со счетом 3-1. Давайте посмотрим, как Краснодар у нас сыграл первый матч в 2022 году, первую официальную игру. Быки играли на своем поле, принимали Уфу. Ну и наш сегодняшний соперник обыграл уфимцев 3-0. Уфа находится на 19 месте, 12 очков. Уфы. Столько же, кстати, у Арсенала, которого наша команда обыграла со счетом 3-1. Ну, а Краснодар своего оппонента обыграл 3-0. Азаренко, Губжоков и Берзегов отметились голами в той встрече. Причем до 75-й минуты счет был 0-0. И только на 75-й минуте быки открыли счет, Азаренко это сделал потом на 80-й и на 82-й минутах. Быки довели дело до разгрома 3-0, и Краснодар занимает 11-е место, 28 очков. Следующим в турнирной таблице идет Нижний Новгород, у этой команды 26 очков. Ну, а наша команда на 14-й позиции, 19 баллов. Ну, если сегодня наша команда выиграет, то есть возможность переместиться к трем другим командам, у которых уже очков больше 20. Но до конца матча у нас с вами еще много времени. Всего лишь навсего заканчивается в 32-я минута. Мы с вами уже увидели два гола в этом матче. Напомню, что Кирилл Боярских в самом дебюте встречи отличился, открыл счет. Затем Краснодар, ну не сказать, чтобы перехватил инициативу, задавил нашу команду, но тем не менее у гостей получилось заработать пенальти, который заработал и реализовал Исламбек Губжоков.
Вновь нарушение правил. Фалят игроки Краснодара. Но приятно, что все друг перед другом извиняются. Все в рамках фэрплей проходит. Здесь и Иван Чуриков извинился, капитан. Подошел к нашему футболисту. И Артем Доценко также приносил свои извинения. Ну, в общем, в такой хорошей, настоящей футбольной у нас проходит эта встреча. Еще и солнышко светит. Сказал я вам, что около 0 градусов, да, здесь сейчас в Сесерте. Но самое главное, что ветер не дует, осадков нет, небо чистое, солнечное. Ну, одно удовольствие, я думаю, играть. Пусть и погода не летом, не летняя. Итак, очередную атаку Урал-М выстраивает. На правый фланг сейчас доставлен мяч. Ну, очень мы с вами много раз уже наблюдали в этой встрече, как с фланга на фланг переводят наши футболисты мяч. Сейчас попытались забросить, что довольно редкое явление для сегодняшней встречи, для нашей команды. Ну, приводит оно к тому, что выходит атака Краснодара. И здесь, ну, не совсем удачно Максим Азаренко сыграл. И упустил мяч за боковую. Но мы с вами сегодня отметили, что Кирилл Боярский забил свой первый мяч за молодежную команду. С этим мы его поздравили. А сейчас я смотрю статистику Исламбека Губжокова. Он также, судя по всему, недавно стал играть за молодежную команду Краснодара. Ну, вот так вот довольно быстро в нее влился. Да? Сегодня один из самых активных футболистов. И словно иллюстрация моих слов то, что сейчас Исламбек подошел к мячу и будет выполнять очередной стандарт своей команды. Сегодня для него это вторая игра за молодежку Краснодара. Ну, судя по статистике, один гол он уже имел. И гол он этот забил с игры, а сегодня отличился с пенальти. Итак, не самое частое явление сегодняшнего матча. Быстрая атака Краснодара. Быки смогли перехватить мяч и воспользоваться свободными зонами на нашей половине поля. И заработали угловой. Молодцы, думаю, здесь стоит отметить защитников Урала, которые, несмотря на то, что так стремительно развивалась атака Краснодара, смогли быков к линии аута сместить, ну и там выбили мяч за боковую. Но это стандарт, которых именно угловых не так много в сегодняшнем матче. Здесь Алексеев кулаком выходит и выбивает мяч. Но сейчас я представил и вспомнил те тренировки на сборах с главной командой Давыда Алексеева под руководством Андрея Шпилева, который вот прям целое упражнение дает вратарям, отрабатывая подобные выходы, как вратари громко кричат «Я» в таких эпизодах. Но сейчас словно по учебнику все Давыд сделал. А тем не временем у нас еще одна атака Краснодара. Вновь она через левый край атаки быков строится. Вынудили наши футболисты перевести быков мяч назад. Тем не менее, вновь он доставлен в нашу штрафную площадь. И здесь попросту отбиваются сейчас наши защитники. Ну и так пока не удается забрать мяч. Словно вот так вот в последние 3-4 минуты гости слегка прибавили. Очень высоко мяч сейчас взлетел в воздух. Ну и потом в верховой борьбе гости нарушили правила.
Внимательнее, внимательнее! Страховал все падения их, не рефери. Иса! Бара! Бара! Ну что ж, если последние несколько минут быки находились в атаке, то, может быть, пришло время поатаковать хозяевам поля. Дошли они до половины поля соперника. Но здесь не самое удачное действие от нашего футболиста. Мяч за боковую уходит. Чуть больше 5 минут у нас остается. Не думаю, что арбитр много добавит. Не так много было пауз в первом тайме. И футболисты даже, когда оказывались на газоне, довольно быстро поднимались, и врачи на поле не появлялись. Да и голы довольно сдержанно обе команды праздновали. Ну, может быть, понимали, что не стоит затягивать, чтобы арбитр больше не затягивал, чтобы быстрее уйти на перерыв, согреться. Ну и с новыми силами возобновить встречу. Попытались наши футболисты сейчас из-под прессинга выйти. Не совсем точные передачи получились. Необычный гол для футбола. Краснодарцы выходят вперед. Недопонимание здесь случилось между нашим защитником и Давыдом Алексеевым. В итоге этим воспользовался, как мне показалось, Максим Азаренко, перебросил мяч через нашего голкипера. Там наши защитники пытались спасти ворота, выбить мяч буквально с линии, но сделать это не удалось. И вот так вот неожиданно Краснодар повел 2-1. Да, действительно, диктор у нас сейчас Юрий Иванов объявил о том, что Максим Азаренко выводит свою команду вперед. Таким образом, Заренко забивает уже второй гол подряд. Забивает во втором матче подряд. В игре против Уфы он открыл счет на 75-й минуте. Сейчас делает счет 2-1. Ну, а Заренко это уже футболист, один из лидеров своей команды. Сегодня проводит 18-ю игру в сезоне. На его счету до сегодняшней встречи было 3 гола, с учетом ворота Уфы, но сегодня уже забивает 4-й мяч. Ну и, судя по статистике, Азаренко в списке бомбардиров сейчас занимает у Краснодара 2-е место. Ну что ж, наверное, я думаю, что и не все, и болельщики Краснодара согласятся, что в какой-то степени не совсем логичный этот гол был. В первый тайм получился довольно равным, не так, чтобы уж очень много было работы у обоих вратарей. Да, соперники доходили до штрафных, до опасных зон, но каких-то эффектных спасений постоянно выручать свою команду вратарям не приходилось. Ну и казалось, что все идет к тому, что со счетом 1-1 закончится первый тайм, но вот случился такой курьез. Ну, думаю, что сейчас не самое время высказывать какие-то друг другу претензии и ругать ребят. Все эти ошибки разберутся по ходу недельного цикла подготовки к следующему матчу. Но пока нужно думать о том, как исправлять ситуацию, что делать дальше. Времени у молодежки Урала еще предостаточно. Больше, чем один тайм даже. Но, правда, в последние минуты немножко наши ребята стали редко доходить до ворот соперника. Посмотрим, получится ли сейчас. Вновь у наших центральных защитников мяч. Пытаются найти свободные зоны
в обороне Краснодара, но сделать это не получается. Но ничего страшного, да, наши ребята пытаются именно по-футбольному выйти в атаку. Могли бы попросту куда-то забросить мяч, но ищет, пытается научиться скрывать оборону через пас. Но пока это не всегда удается. Ничего страшного, для этого молодежная лига и создана. Небольшое повреждение здесь Никита Баранов получил. Арбитр дождался, когда футболист Краснодара придет в себя. Какие-то болевые ощущения пройдут, и игра возобновилась. Абдуллаев с мячом. На фланг сейчас забрасывает, но не точно. Тем не менее, игроки Краснодара тоже ошибаются. И здесь Даниил Смольников, к сожалению, в очередной раз пробил не точно. Уже несколько попыток Даниил предпринимал, чтобы забить свой гол. В Туле ему удалось отличиться на 37-й минуте. Но вот сегодня пока удары получаются не столь удачными. Но самое главное, что они есть. И мы видим, что игроки Краснодара также ошибаются. Причем ошибаются перед своими воротами. И сейчас неплохо наши футболисты через пас вышли во фланг. Абдуллаев. Перед ним Нинашев, но Абдуллаев отдает на Зубарева. Здесь нарушение правил. Кто-то из наших футболистов оказался на газоне. Пока не совсем понятно. Спасибо нашему оператору. Ну, так тоже не совсем понятно. Еще не видели мы ни номера, ни фамилию. Ну, это наш капитан Даниил Смольников оказался на газоне. Держится за лицо капитан. Ну, и футболисты Краснодара здесь тоже прибежали. Принесли извинения. Ну, хотя вот, судя по тому, как арбитр Зубареву предложил ввести мяч в игру, может быть, даже и нарушение правил-то там не было. И Даниил как-то сам то ли упал, то ли ударился. Но это уже не важно. Мы смотрим, как Нинашев в штрафной площади простреливал, но никого из партнеров не оказалось именно у мяча. Зубарев здесь пытается протиснуться, теряет, но вновь отгрызает этот мяч. Одна минута у нас добавлена к первому тайму, и сейчас эту минуту и попытается молодежка Урала и воспользоваться. Заброс с правого фланга оттуда, откуда пришел первый гол в сегодняшней встрече. Еще один заброс. Здесь не очень надежно действует Сафронов, голкипер Краснодара, тем не менее мяч у него в руках. И, естественно, Роман сейчас не будет спешить, и минута добавленная уже и заканчивается. Итак, друзья, у нас первый тайм завершен, мы с вами увидели уже три мяча, давайте немножко отдохнем и будем смотреть второй тайм.
Парни, замены были? Замены были? Друзья, возвращаемся в эфир. Мы с вами находимся на спортивной базе Бажове, где территориально находится в Сесерте, в Свердловской области. Здесь проходит матч 20-го тура молодежной лиги. Молодежка Урала принимает сверстников из Краснодара. Мы с вами уже посмотрели первый тайм, который завершился со счетом 2-1 в пользу гостей. События первого тайма вспомним чуть позже, пока наблюдаем за тем, как капитан молодежки Урала Даниил Смольников, наносил удар. Вот так вот активно молодежка Урала начинает этот второй тайм. И я думаю, что и вот этот подкат от Смольникова тоже свидетельствует о том настрое, с которым вышли подопечные Александра Данцева на второй тайм. Не столь агрессивно они действовали в атаке в первом тайме и, может быть, немножко взбодрились от указаний тренерского штаба, чтобы выйти во втором тайме более заряженными. Ну, вообще, матч, давайте так кратко вспомним события, которые у нас проходили в первом тайме. Начался довольно резво. Уже в дебюте встречи на 6-й минуте Кирилл Боярских открыл счет. Молодежка Урала вышла вперед. Затем в середине первого тайма ворота нашей команды судейская бригада поставила пенальти, который реализовал Исламбек Губжоков. Ну, а уже на 39-й минуте, когда, наверное, многие из нас готовились к перерыву, Максим Азаренко воспользовался недопониманием наших защитников и голкипера, перебросил мяч через Алексеева и сделал счет 2-1. Замен в перерыве не было. Давайте кратко вспомним стартовые составы обеих команд. Досмотрим вот за этой атакой молодежной команды. Ну, здесь после подачи Чебыкина мяч оказался в руках Романа Сафронова. Это голкипер Краснодара, полевые футболисты гостей Максим Азаренко, Иван Дмитриев, Артем Доценко, Иван Чуриков, Владислав Янченко, Рустам Берзигов, Олег Коротков, Исламбек Губжоков, Никита Баранов и Степан Комар. Состав молодежки Урала. В воротах играет Давыд Алексеев, полевые футболисты Антон Чебыкин, Даниил Смольников, Артем Ильин, Сурхайхан Абдулаев, Алексей Полев, Михаил Нинашев, Егор Зубарев, Кирилл Боярских, Семен Ромашов и Илья Яшков. Главный арбитр сегодняшней встречи — Алексеев берет мяч в игру. Главный арбитр сегодняшней встречи — Алексей Чураков. Ему помогают Илья Корячко и Данил Леонтьев. Резервный судья — Максим Мамот. Инспектор встречи — Александр Лапин. Итак, наблюдаем за вторым таймом. Солнце теперь слепит в глаза Сафронову. Может быть, кстати, и вот этот факт отразился на том мяче, на втором голе Краснодара, когда Давыд вышел из ворот. Может быть, не увидел он своего партнера, который находился с игроком Краснодара рядом. Может быть, мяч даже Давыд не увидел. Но в любом случае разбираться тренерский штаб молодежки Урала будет уже после этой игры в рамках подготовки к следующей встрече. Ну, а пока нужно спасать ситуацию. Еще раз напомню, молодежка начала этот футбольный год победой со счетом 3-1 в Туле над Арсеналом местным. Дублеры Краснодара выиграли Уфу на своем поле. Ну, в общем, вот так вот по три гола забили в первом матче. Начали победно. И сегодня же
Ну, наверняка наша уж команда, особенно в родных стенах, хочет продолжить эту победную поступь. Пока проигрываем 1-2, но я думаю, что второй тайм будет довольно интересным. Пока же в начале второго тайма мы видели очень активные действия нашей команды, но сейчас краснодарцы, может быть, и встрепенулись, поняли, что Урал крайне опасен и сейчас может где-то продавить. Стали действовать быки более надежно, и вот этот натиск буквально в первые секунды второго тайма результата, к сожалению, не дал, хотя Данил Смольников довольно активно действовал неподалеку от ворот соперника. Степан Комар бросает мяч в сторону своих двух партнеров, но там Коротков не смог дотянуться до мяча, и уже быстро Урал начинает свою атаку. Мяч доставлен на правый фланг, но здесь брак в обработке мяча у Чебыкина. И нужно снова мяч отвоевывать. Пауза. Арбитр просит сейчас кого-то из наших футболистов. А, ну, судя по всему, на поле шапка у нас завалялась. Естественно, лишние предметы на газоне нам не нужны. И арбитр попросил кого-то из наших футболистов убрать вещь с поля. Ну, может быть, это Исламбек Губжоков. Единственный футболист в первом тайме, который играл в шапке. Ее снял. Может, ну, попросту. Нет, вот, кстати, Исламбек сейчас был в левом нижнем углу нашего экрана, он по-прежнему в шапке, значит, кто-то из другой из футболистов оставил головной убор на поле. Но игра продолжается, и я сейчас выглядываю из окна своей комментаторской позиции и вижу, что Александр Данцев подготовил первую замену в сегодняшней встрече, и думаю, что уже в ближайшей паузе она состоится. Посмотрим, кто выходит, кто уходит. Пока же наблюдаем за атакой Краснодара, которая строится через правый фланг. И мяч покинул пределы поля. И будет удар от ворот. Хотя краснодарцы спорят, и они-то ждали назначения углового. Итак, будет ли у нас сейчас замена? Резервный арбитр не готов к ней. Наверное, табличку еще не подготовил с цифрами. Поэтому в следующей паузе. А у нас желтая карточка. Судя по всему, за то, что футболист Краснодара выбил мяч после свистка, да еще и так довольно сильно и далеко он это сделал. Попытался он объяснить арбитру, что он не слышал свистка. Смотрим, кому здесь желтую карточку покажет Чураков, а показывает он ее главному тренеру молодежки Краснодара. Ну, может быть, вот этим эпизодом был не совсем согласен наставник Быков. Что-то, судя по всему, высказал в отношении арбитра. Но Чураков уже показал желтую. Ну, вот эта затянувшая пауза позволяет тренерскому штабу Урала сделать замену. Их даже две будет, смотрите, что... Одна замена уже состоялась, вторая, судя по всему, будет в следующей паузе. Пока же мы с вами продолжаем. Да, продолжаем. Итак, Семен Ромашов покинул на 54-й минуте поля. Вместо него появился Павел Михайлов. Павел Михайлов сегодня проводит вторую встречу. Также
только постепенно становится полноценным футболистом молодежной команды. Ну, сегодня вот Александр Данцев предоставляет ему довольно большой промежуток временной. Ну, практически весь второй тайм. А мы смотрим за тем, как краснодарцам удалось удачно разыграть угловой. Не так много угловых в этом матче было. Но вот один из стандартов приводит к тому, что счет становится 3-1. Ну, набежал здесь футболист Краснодара на мяч и в дальний угол отправил его прям в ворота. Алексеев не успел среагировать, а защитники не успели помешать оппоненту нанести этот удар. Не совсем было понятно, в тени кто именно там нанес удар. Сейчас разберемся, послушаем нашего диктора. Так, это у нас вторая замена Урала. Владислав Барабаш заменил Артема Ильина. Алексеев выносит мяч вперед. И вот если в первом тайме наши футболисты действовали более спокойно, да, пытались разыграть мяч на своей половине поля, выйти через пас в атаку. Ну, сейчас, конечно же, здесь при счете 3-1 нервозность присутствует. Ребята немножко переживают наверняка за результат. Не все у них получается, есть ошибки. Конечно, вот в такой момент крайне тяжело собраться с силами. И вот сейчас очередная потеря недалеко от нашей штрафной площади. Отбирают мяч все-таки наши защитники. И вот сейчас, может быть, когда есть свободные зоны на половине поля соперника, что-то организовать. Но в итоге мы были вынуждены к лицевой сместиться. Итак, дождались мы с вами объявления диктора по поводу того, кто забил третий мяч Краснодара. Это сделал Иван Дмитриев, 49-й номер Краснодара. Защитник Краснодара. Это первый гол в нынешнем сезоне для Ивана. Поздравляем его с этим событием. Четвертую игру в этом сезоне он проводит. И вот сегодня довольно важное действие для своей команды совершил. Ну что ж, посмотрим. Две замены уже у Урала состоялось. У Быков пока ни одной. Как же сейчас будет действовать наша команда? Надо как минимум успокоиться. Ничего страшного не происходит. Мы играем с командой, которая является лидером группы, в которой сейчас выступает молодежка Урала. Ну и с этим лидером мы в первом тайме смотрелись довольно неплохо. Как мне кажется, шла вполне равная борьба. Ну и если где-то чуть более собрано действовать, меньше ошибаться, удачливее в атакующих действиях, то можно вполне навязать серьезную борьбу соперникам. А время на это еще есть. У нас больше 30 минут, плюс еще добавлено время. Ну, хоть сколько можно еще голов забить. Но пока атакует Краснодар. И смещаются к нашей штрафной площади сейчас соперники. Мы тут отбираем мяч, тем не менее его тут же теряем. Позиция была для удара, но Олег Коротков решил все-таки продолжить атаку через пас. И вот там на правом краю Быки зарабатывают угловой. С одного углового они забили несколько минут назад. Теперь от другого угла поля будут подавать. Ну, повнимательнее сейчас надо действовать нашим футболистам. Судя по всему, хорошие домашние заготовки есть в арсенале Краснодара. Как же сейчас закончится этот эпизод? Заброс на дальнюю штангу. Ну, там вообще никого из футболистов не оказалось. Он мяч уходит за лицевую. И Алексеев, конечно же, торопится. Вперед,
Еще одно нарушение правил сейчас на половине поля Урала. Отбирают мяч наши футболисты. Ну, конечно, здесь сразу же серьезный прессинг, но тут мы под него уходим. Но, правда, к сожалению, здесь Смольников, по-моему, с Чибыкиным немножко не разобрались в этом эпизоде. Ну, а возможность для хорошей атаки была. Но забыли про тот эпизод. Мяч у Чибыкина на правом фланге. Антон будет пытаться обыгрывать, и у него это получилось. Довольно хороший прострел выдался у Чибыкина. И там немножко нашим футболистам не хватило, чтобы добраться до мяча. Неточная передача. Ну что ж, вот дошли мы до штрафной площади. Я думаю, сейчас некоторую уверенность наши футболисты должны обрести. Ну и Краснодар довольно активный прессинг включил. Вот с первых минут второго тайма наши футболисты попытались что-то опасное организовать у ворот соперника. В этот момент, как мне кажется, включился Краснодар с этим очень активным прессингом, которого, ну, даже в первом тайме, мне кажется, не было. И сейчас вот крайне непросто нашим футболистам выйти со своей половины поля в атаку. Но я думаю, что, наверное, в какой-то момент быки могут и подустать, какую-то небольшую паузу сделать. Вот сейчас они выходят на очень опасную атаку. И здесь убойнейшая позиция у 91-го номера Краснодара. Это был Степан Комар. Очень убойная позиция. Но как-то не очень сильно пробил Комар. И в том эпизоде наши защитники отбились. А здесь нарушение правил. Павел Михайлов нарушил. Но Алексей Чураков не стал здесь наказывать нашего футболиста. Ну, прям перед ним все было. Но на этом повторе мы с вами наблюдаем за тем, что какой-то откровенной грубости не было. Просто наш футболист тянулся к мячу. Ну и лишь так вскользь задел бутсы соперника. Хотя вот, наверное, все-таки в такую прохладную погоду даже такие не совсем акцентированные удары получаются довольно болезненными. И поэтому и заморозку, и какую-то медицинскую помощь все-таки понадобилось оказать футболисту Краснодара. Но самое главное, что с ним все в порядке. Наверное, через несколько мгновений уже вернется в игру. Ну, а мы с вами наблюдаем за тем, как 63-я минута в самом разгаре матча 20-го тура молодежной лиги Урал принимает Краснодар. Счет у нас 1-3, 4 гола мы уже с вами увидели. Еще один стандарт в исполнении Краснодара. Ни к чему опасному он изначально не привел. Смотрим, что будет дальше. Удар, он заблокирован. Тут наши ребята вроде бы в отборе сыграли довольно удачно. Арбитр говорит, играем дальше. Пытались сейчас быки заработать еще один пенальти. Один они уже в первом тайме забили. Много-много борьбы в эти минуты сейчас на поле. Ну, конечно же, обостряется. Если в первом тайме казалось, что времени еще много и ни одна из команд не проигрывала в два мяча, то сейчас и наши футболисты торопятся, и игроки Краснодара чувствуют, что нельзя давать возможность поверить в себя сопернику. Ну, поэтому вот подобных каких-то столкновений много. Борьба немножко у нас накаляется. Ну, и здесь фол в атаке фиксирует судейская бригада. Алексеев, я думаю, что сейчас постарается побыстрее вести мяч в игру. Высматривает партнеров Давыд. Да, быстро играет через защитников. Абдулаев. Налево. Вновь сейчас пара наших центральных защитников будет перепасовываться. На правом краю уже мяч.
Ну вот она, привычная картина первого тайма, да, когда обе команды вот подобным образом пытались действовать, а вот то, что мы с вами видели сейчас в первые 20 минут второго тайма, это такой динамичный, быстрый футбол, пусть и не прям уж там много моментов, но он довольно интересен и скоротечен. И сейчас быки выбегают в быструю атаку не так часто. Подобным образом действуют обе команды. В основном пытаются все действовать строго в обороне, быстро возвращаются обратно. Но вот сейчас, может быть, ближе к концовке матча и пойдут эти знаменитые футбольные качели. То в одну, то в другую сторону. Чебыкин далеко убежал от своего правого фланга, сместился в штрафную площадь. И здесь сейчас футболист в оранжевой форме поднимает руки вверх. Предъявляет претензии арбитру по поводу неназначения пенальти. Ну что ж, надо смотреть повтор, чтобы понять действия, какие там были. А это эпизод, который только-только случился, когда два футболиста столкнулись. Много Смольникову достается в сегодняшнем матче. Вновь на газоне. Итак, замена еще одна у Урала. Напомню, что у Краснодара пока ни одного изменения в составе. Александр Данцев проводит уже третье. И сейчас будем смотреть, кто кого меняет в составе нашей команды. Даниил Смольников покидает поле. Ну, надеюсь, что это не вынужденная замена, что Даниил... Один Даниил меняет другого. Смольников уже покидает поле и направляется в сторону раздевалки. Ну, не нужно сейчас, конечно же, на улице находиться, досматривать этот матч. Можно сейчас спуститься в раздевалку, подключиться к Wi-Fi и в тепле уже досматривать игру нашей трансляции. Ну, а вместо Смольникова на поле появился Герасимов. Еще один Даниил, 39-й номер. Ну, футболист, который уже хорошо известен. Да, Даниил Герасимов уже не первый сезон проводит в молодежной лиге. Ну, еще одна первая замена состоялась и у быков. Максим Мальцев, футболист под 24-м номером, вошел в игру. Он поменял Олега Короткова. Первое изменение вот на 67-й минуте произошло в составе гостей. Ну, 3-1 по заменам, Урал впереди. По счету 3-1 впереди Краснодар. Алексеев с мячом. Зубарев обыграл одного, смещается к центру поля. Абдуллаев здесь с мячом. Также через левый фланг пытаются наши футболисты организовать эту атаку. Заброс в штрафную площадь. До удара дело не дошло, но мяч по-прежнему контролируют футболисты в оранжевой форме. Правда, сейчас его потеряли, но теперь уже активный прессинг со стороны футболистов Урала мы видим. И видим, как он приносит результат. Полев здесь высматривает партнеров. Мяч уже в штрафной площади, надо бить! Ну, я думаю, что многим нашим зрителям могло показаться, что этот удар закончился голом. Кирилл Боярских наносил удар из предела штрафной площади. Мяч попал в сетку, но в сетку, которая находится за воротами. Ну вот автор пока единственного гола нашей команды. Сейчас тоже опасно угрожал воротам Краснодара. Но забить не получилось. А забивать нужно, если хозяева планируют
набирать очки в сегодняшней встрече. Время постепенно угасает. Уже 70-я минута скоро закончится. 20 минут еще остается. Ну, время немалое для футбола, но тем не менее наша команда проигрывает в два мяча. Здесь нужно вскоре уже изменять события. Чебыкин немножко неточно на партнеров выполняет передачу. Там было сразу два наших футболиста. А вот это хорошая передача. И здесь отмечаем хорошее действие Романа Сафронова, который не испугался в этом эпизоде выскочить против Даниила Герасимова. И голкипер Краснодара вовремя вышел из ворот и спас свою команду. Не дают наши защитники пройти мяч, пройти мячу в штрафную площадь. И еще одна замена. Теперь у Краснодара. Итак, друзья, у Краснодара вторая замена. Поле покидает Максим Азаренко, автор одного из голов быков. Но вместо него появляется Даниил Корнюшин, 86-й номер. Не ушел мяч за боковую, здесь Герасимов удачно на фланге сыграл. Правда, мяч мы потеряли все же. И Краснодар, который, ну, последние минут 5-10, по сути, и не приближался к нашим воротам, вновь пытается организовать что-то в атаке. Не получилось это сделать. Серия взаимных потерь. Опасная позиция. И Давыд Алексеев в ближнем углу намертво берет мяч. Удар был довольно неприятный. Но Давыд не просто спас ворота, еще и забрал мяч, а сейчас, конечно же, ну, во-первых, и любой стандарт, судя, как мы уже видели, у Краснодара может быть очень опасным. Ну и попросту время сейчас с каждой минутой становится все ценнее и ценнее для нашей команды. Не получилось Чебыкину перехватить мяч, ставит он корпус. Ух, тут за боковую сейчас игрок Краснодара улетел и врезался со своим тренером. Но все в порядке с тем и с другим. Продолжаем мы наблюдать за матчем 20-го тура молодежной лиги. Ну, как отчаянно вот эти молодые парни бьются, что с одной, что с другой стороны. До последнего в каждом эпизоде. Нарушая даже правила. Но при этом нарушая это довольно интеллигентно, не грубо. Ну и Сафронов сейчас, естественно, торопиться не будет. 74-я минута. Давайте посмотрим на ближайший календарь обеих команд. Следующий матч Урал проведет 1 апреля на выезде против Ахмата. Ахмат перед этим туром занимал 16-е место, 17 очков у грозненцев. У нашей команды, еще раз напомню, именно перед этой игрой было 19 очков. Краснодар также 1 апреля сыграет уже дома. Быки примут команду Академия Коноплева, которая находится на 15 месте. 17 очков, как и у Ахмата, кстати, да. Ну, а у Краснодара перед этим матчем 28 очков, 11 место. Но 15 минут, даже чуть больше основного времени, плюс добавленное. И только после этого мы будем смотреть на обновленную турнирную таблицу. Пока же мы все во внимании, как же завершится эта игра.
Ну, раз у нас уже достаточное количество замен случилось, давайте посмотрим, кто еще на поле не появился у обеих команд. Всего лишь навсего 5 человек сегодня в заявке, в запасе числилось у Краснодара. Две замены уже состоялись. Также в игру могут вступить Михаил Штепа под 73-м номером. Это голкипер Краснодара. Ну и два полевых футболиста. Даниил Списивцев и Денис Андриянов. У нашей команды запас чуть больше. Но при этом 3 замены уже состоялось. Еще на поле сегодня не принимали... Не выходили это Никита Зырянов, голкипер, полевые футболисты Дмитрий Осипов, Андрей Резник и Муслим Гамидов. Вот такие варианты для замен есть сейчас еще у обоих наставников. Я думаю, что замены еще будут. Тем более это молодежная лига, в которой замены довольно популярны. Ну вот Алексеев, наш голкипер, единственный футболист сейчас на поле, который больше остальных находится в тени. Все остальные в основном на солнышке, особенно голкипер Сафронов. Но солнце-то светит ему прямо в лицо, и, наверное, почаще бы нашим футболистам угрожать его воротам. Неточный заброс во фланг. И Краснодар пытается организовать свою быструю атаку. Мяч уже в штрафной площади. Максим Мальцев искал возможности для удара, для передачи. Но это Исламбек. Один из самых активных футболистов в первом тайме. На втором тайме не так часто мы его вспоминаем. Автор первого гола Краснодара в этом матче. А вот здесь есть возможность дать на Чебыкина. Антон получает мяч, но, к сожалению, отдает неточную передачу. Одного защитника Антон обыграл, но вот затем попытался дать передачу. Но тяжело, да, тяжело, Антон, но нужно бежать домой сейчас. Важно все-таки как можно чаще владеть мячом, чтобы организовывать свои атаки. Да, не получилось, но ничего страшного. Время еще есть. Да, 2 гола нужно забить, чтобы как минимум не проиграть сегодняшней встречи. Тем не менее, сейчас игра останавливается. И арбитры показывают, что мяч покинул пределы поля. Еще одна замена у Краснодара. И таким образом у нас счет по заменам становится равным. 3-3. Никита Баранов под 89-м номером покидает это поле. Вместо него в игру вступает Денис Андриянов. Продолжается игра. Давай, ты заранее, куда пошел? Садись ниже. Бежать, бежать, Андриан! Мяч внутри поля. Заброс. Может быть, сейчас и нужно действовать таким образом. Чебыкин с мячом. Передача партнеру. Тут же разыгрывают наши у штрафной площади. Ну, Павел Михайлов сейчас пробил немножко неточно. Ну, наверное, то, о чем мы с вами говорили, солнце светит в лицо Сафронову, приходится ему постоянно щуриться. Ну и поскольку не так часто у наших футболистов есть пространство для ударов, возможности для ударов, ну, наверное, надо бить. Ну, хотелось бы, конечно, чуть поточнее. Четвертую замену сейчас Александр Данцев проводит. Чебыкин покидает поле.
Ну, видели мы, как Антон вот не так давно бежал от штрафной площади соперника в оборону. Было Антону крайне уже тяжело. Большой объем работы Антон выполнил, и вместо него появился на поле Андрей Резник. А тем временем счет у нас становится 4-1. Может быть, немножко мы увлеклись атаками, атакующими действиями, и здесь немножко не разобрались наши футболисты. С фланга неожиданно последовал прострел, полупрострел, полузаброс, и здесь на ближней штанге оказался на опережении футболист Краснодара и сделал счет 4-1. Ну вот и Даниил Корнюшин отметился в этом матче, вышел на замену по ходу второго тайма и сумел отличиться, забить четвертый гол, и, наверное, сейчас этот мяч крайне тяжелым в, наверное, моральном плане окажется для наших футболистов. 10 минут до конца матча, и при счете 1-4 тяжело, конечно, взять себя в руки и продолжить играть, не падать духом. Ну что ж, сегодняшний матч можно назвать во многом матчем дебютных голов. И сейчас посмотрел я статистику Даниила Корнюшина. Поздравляем и этого футболиста с первым дебютным голом в этом сезоне. Второй матч за молодежку Краснодара и один гол. Ну и в этом голе, наверное, мы немножко не совсем серьезный акцент придали четвертой замене Урала. Об этом попозже. Сейчас прострел. Продолжается атака Урала. Да, четвертая замена Урала состоялась. Это Андрей Резник поменял Антона Чебыкина прямо перед голом, перед четвертым голом в ворота нашей команды. Ну, смотрим, как наша команда не сдается, продолжает все равно биться. Конечно же, здесь и руководство приехало, и некоторые из родных приехали поддержать футболистов Урала, и наши парни, конечно же, знают, что и вы следите за ними, друзья, родственники сейчас наверняка дома, на работе, болеете за ребят, переживаете, и, конечно же, ну вот в такие моменты, когда случаются такие очень крайне неприятные поражения, крайне важно, когда близкие поддерживают, поэтому думаю, что сейчас важно будет ребят поддержать. Тем временем еще одна замена у Краснодара. Четвертая замена Краснодара. Даниил Спесивцев меняет Исламбека Губжокова, автора одного из голов в наши ворота. Ну что ж, все полевые футболисты Краснодара вошли в игру. Только Михаил Штепа, голкипер, по-прежнему не является участником сегодняшнего матча, именно непосредственным участником. Ну что ж, наверное, Роман Сафронов сегодня заслуживает много приятных слов. Несколько раз он довольно удачно действовал, вовремя выходил из ворот в те моменты, когда крайне опасно наши футболисты угрожали воротам Краснодара. Была одна неточная передача в первом тайме от него в центр поля. Ну, вот, наверное, единственный такой момент, который как-то можно в минус сказать Роману. Ну, все остальные действия казались вполне качественными и своевременными. Смотрим, как атака Урала разгоняется. Это может быть опасно. 3-1. Там, по-моему, даже еще кто-то четвертый из наших футболистов бежит. Ух, какой
Сейв Сафронова. Какой удар от наших футболистов. Это Андрей Резник бил. Футболист, который только вошел в игру. Ну, хорошее численное преимущество было на стороне нашей команды. Но и краснодарцы тоже довольно быстро вернулись в оборону. Но и голкипер Краснодара, конечно, выручил свою команду в этом эпизоде. Сейчас можно было нашей команде отыгрывать один мяч. И тогда отрыв в два мяча за 5 минут плюс добавлено. Ну, можно как минимум было бы вернуться в игру. Сейчас пока 1-4. И по-прежнему гости наверняка уверенно и спокойно себя чувствуют. Еще одна подача. Голкипер Краснодара, довольно высокорослый, выходит в игру. Выходит из ворот и забирает себе мяч. Роман Сафронов сегодня проводит 9-й матч в нынешнем сезоне. 4 вратаря у Краснодара в этом сезоне задействованы. И вот с Валентином Гришиным Сафронов конкурировал за место в стартовом составе в основном. И у того, и у другого было перед сегодняшней встречей по 8 игр. Но вот сейчас в активе Сафронова уже 9-й матч. А Михаил Штепа, который сегодня находится на замене у Краснодара, пока провел в сезоне 2 игры. Заключительные минуты матча наша команда проводит на половине поля соперника. Прострел в штрафную площадь, но там надежно действуют футболисты защитной линии Краснодара. Алексей Полев с мячом. Отдает пас на Абдулаева в центр поля. Абдулаев также с Полевым отыгрывается. Теперь с мячом Зубарев. Тот отдает на фланг. Какой момент. Ну что ж, друзья, за этот момент стоит поаплодировать нашей команде. С левого фланга последовал навес. Ну и там Даниил Герасимов, высокий Даниил, пробил чуть выше перекладины. Хорошо Даниил открылся, да и пробил тоже хорошо. Мяч не куда-то далеко полетел, а почти в цель над перекладиной, но счет не изменился. Сам себе сейчас наш защитник придумывает проблемы. Можно было скинуть его на Алексеева, и все закончилось, ну, не самым опасным ударом, конечно же, но позиция у игрока Краснодара была такая волнительная, думаю, для Алексеева. Комбинируют наши футболисты. Но видно, что команда играет, да, и здесь тренерскому штабу Александра Данцева стоит только поаплодировать. Мы вполне с вами посмотрели хороший матч. Обе команды играющие, да, где-то ошибающиеся, но никто не играет в какой-то примитивный футбол. Все стараются играть через пас, комбинировать. Виден рисунок игры у нашей команды. Ну, я думаю, что это самое главное. Что и атаки получается. Открывание, забегание. Нет какой-то безысходности, даже несмотря на счет 1-4. Ну, если мы с вами вот взвесим все эпизоды, и то, как строилась игра, и где-то какие-то неудачи, которые приводили к пропущенным мячам. Ну, вполне можно, если не полностью остаться доволенным нашей игрой, да, конечно же, все эти огрехи крайне важно исправлять, но как минимум не стоит вешать нос, хвататься за голову. Есть над чем работать, и работа-то уже видна даже. Ну, а нам с вами остается посмотреть, понаблюдать за заключительными минутами этой встречи. Скоро мы узнаем, сколько арбитр добавит ко второму тайму. Ну, я думаю, что с учетом того, что еще два гола мы увидели, плюс было большое количество замен,
обе команды по 4 замены уже провели. Ну, наверное, минуты 3 арбитр может добавить, но с учетом того, что счет 1-4, может быть, и 2 минуты решит приплюсовать главный арбитр сегодняшней встречи ко второму тайму. Организовать у ворот соперника. Сейчас они идут в атаку. И хорошая была передача, но здесь немножко Герасимову, наверное, надо было побыстрее. На свободного партнера, который находился справа, выдавать передачу. Итак, еще раз напомню, что в следующем туре наша команда на выезде сыграет с Ахматом. Отправится в более теплый Грозный. Ну, а молодежка Краснодара дома примет Академию Коноплева. Ну, а футбольная неделя для нашего клуба продолжится в субботу. Приглашаем всех жителей Свердловской области на матч 22-го тура Тинькофф РПЛ. Наша главная команда сыграет против Химок. Крайне важный матч с точки зрения турнирной борьбы для команды Игоря Шалимова. Поддержка сейчас крайне необходима нашим футболистам. Мы встречаемся с моментами, которых было очень много. Уж как футболисты вас хотели порадовать. Но будет в субботу уж точно потеплее. Синоптики обещают около 5 градусов тепла. Ну и билеты уже продаются онлайн на нашем сайте, а также в клубном магазине. Будут работать и кассы, скорее всего, на Екатеринбург-арене перед матчем. Но об этом точную информацию мы сообщим на нашем сайте, в социальных сетях. В общем, очень сильно вас будем ждать в предстоящую субботу на Екатеринбург-арене. Ну а сейчас мы ждем за штрафным. В исполнении нашей команды, наверное, это заключительный эпизод сегодняшней встречи. Интрига. Ну, а мы с вами увидимся в ближайшую субботу на матче Урал-Химки. Спасибо, друзья. Всего всем доброго.